хочу в Канаду эмигрировать. Как думаешь, получится, нет? Думаю, что нет. Ну ладно, а вот если получится, слушай, вот мне сказали такую вещь, что вот в Канаде много украинцев. Это правильно или нет? Да, очень много. А сколько, не знаешь, в миллионах или в этом, или в процентах? Ну, миллионов не могу тебе сказать. А в каких городах они живут в основном, не знаешь? В Канаде там живут, ну, потом живут. В Канаде, я и про Канаду здесь спрашиваю, в каких городах живут? В основном, не знаешь? В Торонто живут. Это в Торонто больше всего живут, да? Да. И все, понятно. А вот я почему тебя спрашиваю? У меня вот такая проблема. Ну, да. У меня такая проблема, страдаю украинофобией, и мне будет в те города поехать, где мало украинцев. Ну, чтоб их не видеть. Ты вот не знаешь, в какие лучше ехать тогда? Да послайся нахуй, не едь тебе куда хочешь. А, ну я думал, ты мне совет такой дашь. Ну же, ладно, а вот еще, знаешь, вот что ты там виснешь? Ты здесь, нет? Ушел, слился.